Остров Сахалин в России в начале 20 века называли «черной жемчужиной». Туда ссылали преступников на каторжные работы. Нечеловеческие условия существования каторжан, избиения, пытки, издевательства над ними. В те годы население острова состояло в основном из ссыльных и солдат с офицерами, стерегущих наказанных за грабежи, убийства и другие преступления. Уголовники и политические арестанты называли сахалинскую каторгу растянутым смертным приговором. Ужасно страшились службы на Сахалине и офицеры с чиновниками, считая ее ссылкой и наказанием.